По подозрению в получении взятки задержан директор фирмы «Унистрой», скандально известный в связи с реконструкцией театра Пушкина. Напомню, в 2012 году правительство края решило отстранить эту фирму от работы и обратилось в суд. По официальной формулировке за несоблюдение сроков сдачи объекта. Судьи удовлетворили иск правительства, и контракт с «Унистроем» был расторгнут. Вслед за этим объявили еще один конкурс, который выиграла другая фирма. Однако новый подрядчик долгое время не мог получить проектную документацию от предшественников. А 1 апреля директора «Унистроя» задержали в одном из коммерческих банков Красноярска при попытке обналичить 20 миллионов рублей. У полиции есть версия, что это за деньги. Поступила оперативная информация, что данный директор вымогает у новой фирмы деньги за получение проектно-сметной документации, а также декоративного лепного декора, который является исторической ценностью.